Всем привет. Эй, камера, не трэшься. Так, у нас тут свободненько, в принципе. Так, бомж. О, звук появился. Бомж, бомж. Ты меня слышишь? Да. Все, а то у меня чуть звук пропал. Да блин. Я думал, все, капец, старость, короче, оглох. Так-то не будем преувеличивать. Старый оглох. Так-то ты не молодой. Уши что-то не фурычили. Бомжа не туда потащил, конечно. Ну сейчас бронь здесь я вроде видел. Нет, это кейс был. Это был кейс. Да, пофигу, заберу из принципа. Мак 10. У березы патроны. И патроны меня тут взрывают, блин, он патроны. Одного челика, короче, гасанул. Мы вдвоем были без брони. Мне бы что получше? Есть что-нибудь? Есть, но без патронов, братан. Да пофигу, найду патрон. Что там? Вот здесь, вниз спустись, там бизончик. Ага, бизончик, он внизу. Ну иди теперь накопляй, сейчас найду патроны. Да не, есть у березы патроны, я сейчас туда схожу. Не, если говорю, найду еще патрики, я тебе скажу. О, я этот сам, $50. Вот здесь возьми. Не, ССГ сразу возьму, $50 надо. О, юспик. Ну. У нас много народу, давай-ка сваливать отсюда. Ай-ай-ай. Дом полутал? Да, дом весь, пустой. Вот патрики, Рус. Все. Эти забирай, патрики. Где? Куда? Да, куда ты со своей кулой? Патрики, тут забери. Еще... Ты забирай. У меня две пачки, зачем мне столько? Тут еще один же, че ты? Так я понял, но я с юспиком, пожалуй, останусь. Там какой-то ящик еще, кстати. Так, я тут забыл, что у нас тут было. Сумка с деньгами. А? У меня два шприца, тебе надо шприц? Да, можно один. Возьми, вот он. Давай, сейчас на гостиницу пойду. Патрон тебе надо? Или забираю? Да, ты на этот? Ну, оставь мне две. Три, у меня уже 20 патронов. Я все равно ни разу 20 патронов. Ну, не оставь мне тогда. Закажи сегодня получше. Шприц-то внизу или наверху где-то? Я галил, заказал, сейчас патрики возьму на него. Шприц-то где, внизу? Внизу, которого ты убил, понятно, он там. Понятно. Сейчас перемешу, посмотрю, пока прилетит. Да ну. Ебать, я кривой. Это что сейчас было? Отлично. Очень много лутом на этом. На пирсе. Очень много лута. Так, что я здесь? Я на пирс. Окей. Там
просто парни делились награбленным. Ну, а бизончик здесь и шприц лишний. Здесь тоже бизончик, он. Отряд. Да ну. Да ну. За камнем. Принял. Да что такое? Кто-то кидает там. Пещеру прыгнул. Аирдроп за нами. Вот сюда прыгнул вниз он. Аирдроп за тобой возьмешь? Да, 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 у меня патронов нет как раз. Сейчас я тебе простреляю патроны в этого мутанта. Турка. А чё я не заказываю себе? Он ушел, скорее всего. Нет. Он там. А! Он здесь. Собакин сын, а? Я в него три раза попал и не умер. Он выбегает, я. Вот тут челик есть. Все, я ему в череп попал. Еще одна убила. Все, я пошел за дропом. Давай, давай. Патроны хоть останешь. Шприц на мосту есть, на пирсе, если что. Шприца 2. Жизни полная. Где дроп этот, блядь? А, вон. У меня здесь дроп. Любимка. Я думал, никогда 20 патронов нереально расстрелять. Ну да. Это если после тебя, против тебя 20 человек. Опять ты его, да, убил, Шорош? Вот сейчас хорошо зашло. Да, вот это, конечно. У тебя... Опа. Отряд. Это хорошо. М-ка мягкая. Не так чего такое-то? Что за... Опа, где он? Душе не молибу, но он в плохой зоне, давай его ждать. Ну что такое? Он знает, где я, Сань.
Красава. А, вот он где крысился. Агент Котик 228. Ой, что такое? Плохо становится. Ну, неплохо постреляли так. Контролили по максимуму, конечно. Ну, я немножко криво-то стрелял, конечно. Я не знал, куда бежать просто. Ставим лайки за такие катки. Где мой волк? Почему у меня волк опять украли? Ладно, дизлайк, подписка, удачи.